Здравствуйте, хотела спросить, кашель у сына непроходящий, но когда он в лежачем положении, он не кашляет, а когда спит, тоже не кашляет. А это связано, скорее всего, у него с аллергическим кашлем. И это может быть еще синдромом гастродуоденальным. Когда человек стоит, то у него может из-за ложного крупа происходить изменение диафрагмы, вызванное высоким количеством выделяемой кислоты. Это может происходить на фоне аллергии, и это может происходить на фоне заболевания гастроэнтериальной эзофагит, допустим. И лечится, можно попробовать не лечить, а просто снижать у него кислотность. Пусть принимает чайная ложка соды на стакан теплой воды, пьет по чуть-чуть на протяжении дня. Посмотрите, в случае, если он на этом фоне на протяжении недели или полутора недель бросит перестанет кашлять, то обратитесь в дальнейшем к гастроэнтерологу, пусть все-таки определит, каким заболеванием гастроэнтерологическим страдает ваш ребенок и перестанет болеть.